В общем, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Короче говоря, новогодняя елка, стрим 19:30 по Москве, точнее в 7:30. Вот, поэтому, если вы сейчас смотрите это видео, стрим уже идет. Ну, вечер, 7:30, поняли. Короче, подписывайтесь на второй YouTube-канал, он первый, ссылка в описании. Сегодня я лежал дома и ел мандарины. Мандарины. Как же а я... А почему мандарины едят на Новый год, я не понимаю. С чем это связано? Люблю мандарины. Очень сильно люблю мандарины. А еще я люблю Новый год. Он будет уже через неделю. Тем временем из новогодней атрибутики у меня дома были лишь одни мандарины. Непорядок. Надо доставать елку. Пошел в кладовку. Начал искать елку. Понял, что это съемная квартира и у меня здесь нет елки. Да. Надо купить елку. Начал выбирать в интернете. Искусственная... Купить... Чё? Квартира и у меня здесь нет елки. Надо купить елку. Начал купить елку. Выбирать в интернете. Искусственная или настоящая? Раньше у нас всегда была настоящая, но это было, когда я жил в селе, и елки были буквально на каждом шагу. Да. Теперь я решил купить искусственную. Ну как купить? Алло, дед, мне нужна искусственная елка. Мне искусственная баба, но я же себе ее не покупаю. Не очень понятная аналогия, но ладно. Если... И так сойдет. Если купишь елку, я разрешу тебе снять готовку с дедом. О, тебе каким цветом? Белым или зеленым? Вот это уже другое дело. Так, а теперь надо сделать главное. Повырезать снежинок. Я понял, так. Что у меня дома нет чистой бумаги. Нашел какую-то непонятную бумажку. Договор... Кстати, мне показалось, или у него вейп? Там. Я понял, что у меня дома... Да, вейп. Монет... Парит. Чистой бумаги. Денчик, я тоже. Ой. Нашел какую-то непонятную бумажку. Договор о предоставлении пенсии. Отлично, годится. Снежинка номер раз. Снежинка номер два. Договор о пенсии. Снежинка номер три. Готово. Красота. Отлично, значит, с этим покончено. Но думаю, здесь не помешает еще пару украшений. Нашел старую гирлянду. Отлично, ей я и украшу стену. Немножко туда, немножко сюда, немножко вот так. Готово. А какие интересные формы. Красота. Думаю, деду понравится. А вот, собственно, и он. О, дед, привет. Я так рад тебя видеть. Ага. Какая красивая. А игрушки где? Какие игрушки? Ну, для елки. Возьми побольше красных и синих. Пока дед отправился за игрушками, я думал, куда поставить елку. Может, в моей спальне? Офигеть, вот у него кровать крутая. Нет. Ой. Неудобно, мне нет, кажется. Нет, не вариант. Или поставить ее на стол? Да нет, ты что, гонишь? Бедная елка. Тоже так себе идея. Кажется, я знаю место, где она не будет никому мешать. Идеально. Нахера покупал? Или вот сюда. Здесь никто никогда не ходит. В то же время елку будет видно всем. И Деду Морозу будет недалеко. Здесь еще по-любому. Легко идти. Идеальное место. Я поставил елку слишком низко. Пододвинул тумбу. Идеально. Теперь подарки. Интересно, что мне подарит дед? Может, новенький iPhone? Или девушку? Или девушек? Вот я ему собираюсь подарить крутой бластер для телефона Аркада. Это уникальное профессиональное оружие, специально разработанное для интерактивных шутеров. Дед давно уже о таком мечтает. Ведь бластер поддерживает 7 крутых игр на... Так, это рекламейшн. Реалист... Если тебе такой бластер, то ссылка на него будет в описании. А вот и дед пришел. Купил? Купил. А где бенгальские огни? Что? Да шучу, шучу, заходи. Ой, ну ты даешь. Пришел дед с пакетом игрушек. Мы включили новогоднюю музыку. Я сказал новогоднюю. Зажгли нашу дудастую гирлянду и начали украшать елку. Было прекрасное новогоднее настроение. До того момента, когда дед захотел повесить свой шарик на место, которое выбрал себе я. Я был против его шарика. Мой больше подходит общей композиции. Но дед сказал, что мой шарик говно. А вот это уже заявочка. Я вызвал деда на дуэль. Дуэль в крестиках-ноликах. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. Победа. Что? Молодец.
Сам же подошел, сам же и убрал. Ай. Так что не выпендривайся, дед. Идеально. Моя игрушка висит идеально. Пришло время гирлянды. Покрутили сюда, покрутили туда, покрутили вот так. Красота. Повесили все остальные шарики. Теперь дождик. Накрутили его на елку. Ну все, теперь можно включать гирлянду. Зеленые лампочки не горели. Деду продали бракованную гирлянду. Пока дед материл продавца в магазине, я искал видео о том, как починить лампочку. Видео с объяснением выглядели примерно так. Из-за плохого качества провода могут обломаться либо у самой платы, либо где-то между светодиодами. Для того, чтобы это починить, вам понадобится всего лишь купить контроллер питания, также паяльник и немного... Но я это понимал как... Для того, чтобы починить новогоднюю гирлянду, надо... Сим-салабим, гирлянда гори! Ну вот и все. Да, если бы все так работало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поэтому я успешно забросил это делать. Итак, наша елка почти готова. Остался последний штрих. Ну блин, это дефолт, у нас так же. Вот звездочку бы. Как красиво. Все-таки есть немного новогодней магии. Не, а мне вот не нравится, как-то не очень смотрится. Мне кажется, звездочку лучше было бы. Магии в этом. Согласен, внучок. Все? Да по-любому будет продолжение. Вот так мы и нарядили елку. Да, бла-бла-бла-бла. Ох, не знаю, друг мой. На самом деле, у меня уже заканчиваются истории, поэтому это последний выпуск в этом году. Но, если ты хочешь видеть еще подобное видео в следующем году, то надо набрать под этим видео 200 тысяч лайков. Да, я понимаю, что это очень много, но ты тоже меня пойми, истории не так уж легко рассказывать, поэтому услуга за услугу, так сказать. Нет, ну слушай, мне нравится. С тобой был Мак, смотри предыдущие части. Хо-хо-хо! Я пошел праздновать Новый год. Да какой Новый год? Еще даже не 31 число. Кстати, еще 30 декабря мой день рождения. Не забудь меня поздравить в моем инстаграме. 30 декабря у него днюха? Пока. Да бу-у-у. Ладно! Короче, я лайкую. Я Денчику надо видео поздравления тоже сделать. Вот Денчик, я тебя поздравлю с твоим днем рождения. Короче, ребята, я попрошу от вас подписаться на второй наш с вами YouTube канал. Он первый, ссылка в описании. Чуваки, давайте подписывайтесь. Я там делаю свой авторский контент. Я там пытаюсь, ну, вроде как нормально пытаюсь что-то сделать. Я надеюсь, вам понравится, поэтому подписываемся, лайки ставим. И самое главное, сегодня стрим 19:30 по Москве. Если вы видите это видео, значит, стрим уже идет.